Всем здорово, всем привет. Сегодня опять я в гараже. Сегодня буду крепить ручки дверей, молдинг крыши. Ну и так по мелочи. Такой небольшой будет ролик. Вы просили меня снимать, что делаешь в гараже. Вот сегодня буду заниматься установкой молдингов и ручек дверей. Собираю ручку, вот последнюю ставлю, сейчас дотяну ее. Гайка на 8, ключом на 8 потяну и установлю последнюю ручку. Так. Так, здесь установил ручку. Вот, еще две ручки установил. Личинки у них, конечно, убитые. Надо личинки будет потом поменять. Пока так оставил. Это пока не срочно. И заметил такую вещь, то что этот замок какой-то фирмы LZ, что ли. Блин, камера близко не снимает, зума нету. Сниму на телефон. Мадеи Хунгари. Или Хунгари, блин. Короче, сделано в Венгрии. Вот этот замок. Получается, на автовазе даже наши замки не могли делать. Комплектующие с Венгрии поступали. Так, помыл молдинг крыши. Сейчас буду его крепить. Демонтировал вот обычной открывашкой. Посмотрел там на ютубе ролик, в общем, и вот тоже решил попробовать с этим. Получается нормально. Ну, так сказать, все равно опыт нужен. Сейчас пойду устанавливать. Да, вот сейчас вот так закреплю и попробую. Так, вот верхний паз я установил. Сейчас его задвигаю туда. Опа. Вот. Стало, вот, видите? Ну, надо аккуратно. Молдинг сам по себе мягкий, немножко передавливаешь, уже получается мятина. Так, вот задняя часть осталась. Сейчас верхний паз вставим. Пока вот такая вот небольшая работа. Зеркало поставил, чисто так. То валяется она. Как-то вроде ничего не делал. Там замки ставил, регулировал. По мелочи, а 4 часа прошло. Сейчас буду мыть молдинги. Замочил их он. Помыл алюминиевые вот эти пороги. Они кривые, конечно. Кривовато, они немножко их молоточком отбил немного. Ну, сейчас вот молдинги буду отмывать.
Грязновато, конечно, здесь в гараже. Ну, придется уж так, в таких условиях. Не поедешь же на мойку из-за этих молдингов. Можно было, конечно, домой взять, в теплой воде помыть. Смотрю, замочу хотя бы их. Очень много грязи на. Да. Потом их надо полировать. В общем, помою, просушу, а потом уж установлю. Да, также надо будет купить стеклышко. Да, кстати, у меня где-то лежало в гараже стеклышко. Но я не помню, ближний или дальний свет. Там даже написано, сделано в СССР. Хорошо бы, если бы найти оригинальные стеклышки бы. Это же новодел, сделанный в России, Освор. Вот снял крепление бампера. Отмыл их немножко. Но... На одном ушке вот порвано. Порвана серьга, вот видите. Ну... Видимо, что-то тянули и порвали. Ну... Надо будет заварить. И купить сюда это уплотнительные резинки. Вот сюда вот. Также еще не купил вот поворотники. На... И, кстати, сюда тоже найти повторители. Ну... Так, ну вот, все, домыл эти молдинги. Сейчас пусть они подсохнут. Завтра их буду вешать. Потом надо будет купить вот эти вот крепления, фиксаторы. Я их всех переломал, когда снимал. Кстати, кто знает, чем лучше полируется хром? Так, еще оригинальная запчасть. Фонарь в сборе 2106. Тоже его надо наполировать. Кто знает, чем лучше полировать, напишите в комментариях. Я, конечно, взял бы Пастагоя, но у меня его нету. Хотя, может, и обычная полировка пойдет. Есть у меня вот такая полировка, но это, правда, для кузова авто белого цвета. Подходит для белых оттенков, да. Не знаю, пойдет, не пойдет для хрома. Обновил немного торпеда под панель приборов. Вот такую вот использовал аэрозоль. В принципе, получилось нормально. Я сначала ее помыл автошампунем. Да, она не новая, с косяками, там есть трещины. Вот в таком состоянии. Стало немного получше выглядеть, ее, конечно, еще натереть надо. Здесь еще лучше натереть, надраить. Ну, лучше, чем было, конечно. Может, со временем, может, попадется в хорошем состоянии эта торпеда. Ну, а пока пойдет такая, зато родная, вот с деревянной ставкой она. Тут такая вот ставка под дерево.
Ну, я думаю, на сегодня все. Немного так повозился в гараже. Что успел, пособирал. Сейчас пойду на обед, поем. А то я уже с 9 часов, время 2 час. Всем пока.